Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию... Подождите, валерьяночки хлебану. Сраную серию... Точнее, в серию сраной подписчицы, которая мне угрожает. Кто не помнит, кто не помнит? В предыдущей серии я достал эту коробочку, да? Вот эту. И я в конце очень сильно удивился. Конечно, я удивился, потому что там была человеческая голова. Ну, как человеческая? Здесь была башка Таноса в афроамериканском парике. Я не знаю, кто ее сюда поместил, все мы знаем, кто ее сюда поместил, сраная подписчица. Но я не знаю, что она этим хотела сказать. Я не знаю, как же сильно у нее в жопе детство играет, то что она решила со мной вот такую фигню проворачивать. Зачем? Да, это она, это сообщение в Телеграме. Давно она со мной на связь не выходила, давно она мне не звонила и давно она мне вообще ничего не писала. Ну ладно, давайте послушаем, что она в этот раз мне сказала, потому что она отправила мне голосовуху. Уже не позвонила, уже голосовуху. В следующий раз на этом месте будет твоя голова. Ты меня понял? Будешь выполнять все мои задания. И, кстати, как твои родители? Передавай им привет. В смысле, при каких... Какой привет родителям? Ты охренела? Я-то думаю, мне ж мама звонила или вчера, или позавчера, я не помню. И знаете, что она мне сказала? Эдичка, тебя здесь кто-то спрашивал. То есть кто-то позвонил моей маме, она мне так сказала, то что кто-то ей позвонил и спросил, дома ли я. А мама еще сама удивилась, потому что ну как я могу быть дома в Португалии, если я живу уже в России. Ты, мать мою, не трогай! Так, подождите, что она... Твоя голова. Охренеть. Просто угрозы летят каждую серию. Будешь выполнять все мои задания. И, кстати, как твои родители? Передавай им привет. Я тебе передам привет в морге, тебе передам привет, когда тут... А, я еще забыл вам сказать то, что в парике записка была. Да. Тут, конечно, написано так, то, что я толком ни хрена не разобрал, потому что почерк слишком идиотский. Там, где... там, где все люди зарастали за интро... за трилю... там, где все люди зажрались со своим ЧСВ, самый скромный и подозрительный... хранит большой секрет. Там, где все люди зажрались со своим ЧСВ, самый скромный и подозрительный хранит большой секрет. Сейчас, секундочку, дайте-ка я зайду в Майнкрафт. Там, где все люди зажрались со своим ЧСВ. Подожди. Если ты не хочешь, просто скажу, ты думаешь, тебе смешно, да? Если ты не хочешь, чтоб завтра в этой коробке не моя голова оказалась, а твоя, потому что хрен его знает, кому следующему придет эта подписка, может даже к тебе, вот ты сейчас на меня смотришь, может тебе она даже придет. Поставь, пожалуйста, лайк прямо сейчас на эту серию, давайте наберем 30 тысяч лайков, я обещаю, я сразу же в ту же секунду выпущу новую серию, когда мы наберем 30 тысяч лайков. Не будь ленивой срокотанцией! Вот на записке написано, не будь ленивой срокотанцией! На самом деле на записке записано то, что она меня скоро убьет, но ты не будь ленивой срокотанцией! 30 тысяч лайков сразу выйдет новая серия, если не будет, что в следующий раз твоя голова здесь оказалась. Так, подождите. Где все люди зажрались? Со своим ЧСВ. Угадай, постройка? Зомби, импровизация, операции,
Защита дома, скорострел, выживание на стриме. В детективе уже по-свански, мне кажется, там все просто зажрались окончательно. Даже сам Эдуардо Перетяно зажрался. Когда он вернется, гнида эта очкастая? Хотя я тоже уже очкастым стал немножко, но это не потому, что я кашу под Эдуардо Перетяно, нет. Троллинг выжив... Конечно, это жизнь ютубера. Ребят, город ютуберов. Город, где обитают одни ютуберы. Конечно, зажрались. Тут, мне кажется, даже думать не нужно. Хлебнем валерьяночки и потопали. А если это город ютуберов, конечно, здесь все зажрались. И мне нужно найти какую-то большую... Как, подождите, дальше следующее приложение. Самый скромный и подозрительный хранит большой секрет. Самый скромный и самый подозрительный. Ребят, кто смотрит жизнь ютубера, тот большой молодец. Но подождите. Самый скромный и самый подозрительный. Кого я знаю лично, кто самый скромный и самый подозрительный? Ну вот эти, вот эта мелюзга, она реально какая-то скромная и подозрительная в самую первую очередь. Сидит уже тут третий месяц и просто, ну, жопу себе простуживает. В банке, возможно, кто-то. Самый скромный! Корона золотая на голове! Самый скромный! Нет! Это Чупакабра 100% сразу отлетает. Опа! Возможно, этот. Самый скромный и самый подозрительный. Ну вот эта сволочь реально самая подозрительная, потому что он третий месяц здесь сидит, или второй, возле моего уже в данный момент Макдональдса, он здесь сидит. Не жрет, домой не ходит. Я не знаю, ходит ли он в туалет или нет, но учитывая вот эту жижу в стакане, где раньше был чай, мне кажется, он ходит в туалет, но не туда, куда надо. Да, он самый подозрительный, но самый скромный. Вы хотите сказать то, что он самый скромный? Он сидит на столе. Не на стуле, не на скамейке, а на столе. Тебе бы манерам поучиться, скромный ты наш! Конечно, он не скромный. Подвал там какой-то надо будет тут наведать. Самый скромный. Ну, мне кажется, человек, который торгует паленым Гуччи... Да! Вот этот гопарь прям самый скромный. Три полоски. Только здесь две, но все же. С фингалом под глазом. И коронами. Охренеть, вот это самый скромный. Нет. Михалыч? Михалыч торгует техникой, у него есть камера Джопа S55. Михалыч мне платит деньги за то, чтобы я у него убрался в магазе. Мне кажется, он не самый скромный. Да, Михалыч? Фартух Гуччи, конечно, не самый скромный. Окей. Баба Зина? Геннадий Петрович? Ну, окей. Возможно, не самые скромные, но почему самые подозрительные? Я сомневаюсь в том, что не самые подозрительные. Ребят, если вы... помогите мне, пожалуйста. Если вы не видели предыдущую серию жизни ютуберов, или если вы еще до сих пор не видели, в принципе, этот сезон, сейчас надо мной будет подсказочка «Нажми, посмотри». Вот прям сейчас есть подсказка «Нажми, пожалуйста, посмотри». И может тебе даже понравится этот сезон жизни ютуберов. И помоги мне... Подскажи мне, кто может быть самым скромным и самым подозрительным? Больше здесь никого нет. Я везде прошелся. Я всех увидел. Кто? Ютубер тот, которого я ограбил. Я очень сильно сомневаюсь в том, что он может быть самым скромным и самым подозрительным. Магазин. Здорово, Евпатий Калавратий. Все подходит. Самый скромный. Конечно, самый скромный — это бомж. У него в принципе ничего нет, он самый скромный. Он живет на свалке возле магаза Михалыча. Конечно, самый скромный, не пялься на меня, бомжара. Он покупает картошку. Нет у меня, к сожалению, картошки, я бы ему... А, кстати, в следующей серии нужно будет ему где-то картошку нарыть и продать за 5 золотых монет. Нифига себе. Самый скромный, самый подозрительный. Ребят, не кажется ли вам то, что, ну, вот этот чудик реально немножко подозрительный? Сколько он уже серии жизни ютубера здесь находится, и он в первых же сериях мне дал 5 золотых монет за 5 картошек.
Я потела как ненормальный и вылизывал полы у этого Михалыча, чтобы он мне заплатил 5 золотых монет. А этот дал мне 5 золотых монет за то, чтобы я просто ему 5 картошек. Ну, я понимаю то, что ему кушать хочется, но... Окей. Самый скромный и самый подозрительный хранит большой секрет. Какой большой секрет, Чупакабра, ты моя в шапке хранишь? Можно спросить, а зачем это? У тебя люк, который... Фу, что-то здесь воняет. А-а-а! Фу, твою мать! А я-то думаю, так у него же здесь нет сральника. Вот просто если глазом так пораскидывать по сторонам, у него же здесь нет туалета. А тут смотрите, как комфортно. Открыл люк, на заседание директоров сходил, да, вот... Вывалил на стол все свои заготовки и макеты на год вперед, да, и закрыл люк. Я еще и зашел туда. Секрет какой твой, жопа, а? Так, ребят, какой у него может быть секрет? Я пока вообще не могу представить. Что? Паутина? Твою мать! Иди с... Ты меня подставить хотел? Так. Слушай, секрет, значит, да? Какой у него может быть, в принципе, секрет? Не. Я сомневаюсь, что это его кнопка. Почему это должна быть его кнопка, если она вообще находится не на территории владения бомжары? Как мне достать эту кнопку? У меня такой вопрос. Может, просто... Как сложно! Не, я сюда вряд ли смогу как-то допрыгнуть. Лука у меня нет, к сожалению. Возможно, а если... Подождите, а если с пистолета? Знаете, как лук работает, когда ты стреляешь стрелой, так же и с пистолета. Кто его знает? Возможно, я смогу... Сомневаюсь, что она что-то делает. Ребят, можно вас... Пока я размышляю, и пока мы все вместе в комментах размышляем, я хочу вас попросить, пожалуйста, подписаться прямо сейчас на канал. Я вас очень сильно прошу, поддержите меня, пожалуйста, в этой нелегкой ситуации. Подпишись, пожалуйста, прямо сейчас на канал и нажми на колокольчик, если хочешь, чтобы новая серия флешки и новая серия этой подписи вышла как можно скорее. Пожалуйста. Так, подождите. Я могу сюда как-то допрыгнуть? А если я... Подождите. А если я, допустим, прыгну отсюда... Я же не смогу сюда. Как я отсюда смогу допрыгнуть вот туда, в воздухе? Окей. Ладно, давайте попробуем. Если я смогу в воздухе туда достать, значит, я буду вообще супергероем. Раз, два, три! Твою мать! Да твою ж то мать! Не, мне кажется, там возможно допрыгнуть, только нужно очень сильно потрудиться. Да! Твою мать! Так. Всем здорово. Я как-то слишком высоко нахожусь и... Чуть не шандарахнул со шифта случайно. Саша, ты чё башкой трясёшь? Подожди. Ёперес-это всё. Вот сейчас как раз-таки это всё и начинается. Сейчас она начнёт задвигать свои правила. Если я их не выполню, вы тоже, значит, мы сдохнем. Цветок в горшке. И разгадывая загадку, пароль из пяти... Разгадывая загадку, пароль из пяти букв. Тебе проигодится. Ты писать бы хотя бы научилась. У тебя 24 часа, чтобы разгадать или прощаться со своей головой. Я не хочу прощаться со своей головой. Так, думаем, ребята, все вместе. Разгадывай загадку. Пароль из пяти букв. Тебе пригодится. Чё здесь ещё есть? Ещё есть какие-то подсказки? Пароль из пяти... Какой пароль? Из чего? Из каких пяти букв? В смысле? Тут просто стоит цветок. Цветок. 6 букв. Га...
Горшок. 6 букв. Земля? Типа в... цветок, горшок и там земля. Да сомневаюсь. Земля. Ну, кстати, может быть земля. Может название какого-то цветка. Я не знаю, там нет ромашка, нет роза, нет тюльпан, тоже нет. Ребят, я даже не знаю. У нас 24 часа, чтобы разгадать эту сраную загадку, либо... Всем нам. Ребят, я не знаю, пожалуйста, я хочу вас прямо сейчас попросить, я даже сниму Гуччи линзы, чтобы не казаться слишком пафосным. Монеты куда? Ребят, поставьте, пожалуйста, прямо сейчас лайкусик на эту серию. Давайте наберем 30 тысяч лайков, я обещаю то, что я сразу же выпущу новую серию. Эта подписчица звонила моей маме. Моей маме звонила. Ребят, пишите в комментах ваши предположения, что это может быть загадка. Какой-то цветок и пароль из 5 букв. У меня 24 часа, чтобы это разгадать. Ребят, помогите, пожалуйста, напишите, пожалуйста, в комментах. Я не хочу, чтобы с нами вот повторилось вот это самое. Напишите, пожалуйста, подсказку. Пердолить бы тебя в сраку, дядя начальник, что ты сами делаешь, а? Сволочь такая, валерьянка.